Всего через 5 дней улететь из Иркутска в другие города страны можно будет гораздо выгоднее. С 29 октября одна из авиакомпаний региона начнет перевозить пассажиров по субсидированным, иначе говоря, льготным тарифам. Правда, всего по двум направлениям. В списке рейсы из Иркутска в Сочи, Санкт-Петербург и обратно. Так, в культурную столицу можно будет улететь всего за 6300 рублей, в курортную за 6800. Правда, дешевые билеты доступны только для пенсионеров, инвалидов и молодых людей в возрасте до 23 лет. Более того, купить проездной документ через интернет или на сайте компании не получится, придется идти в авиакассы. Субсидированные перелеты в Санкт-Петербург в этом году совершает еще одна авиакомпания, стоимость не отличается. Также выгодно улететь из Иркутска можно в Красноярске и Забайкальский края, Мурманскую область, Бурятию и Якутию.